Вон. Вон. Герои нашей Родины, Отечества сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей и витязей взлетели над Москвой, герои на Красной площади. Честь отдаем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года поддержал прекрасно Платонов, Родионов, Зотов. Родионов, видишь, смотри, на увеличение. Голос свой за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года всем отдаем. Волеизъявление народное. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. И было радостное чувство видеть президента России. Было радостное чувство видеть в Кремле президента России Владимира Владимировича Путина в Кремле. В 2024 году в Кремле, осознавая, что на земле Владимир Владимирович, Путин Владимир Владимирович, 2012-2024 года, самый лучший на планете, ну, и на председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире, все россияне, мы не термитвистские, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Юлиана Максимовна, Майя Юрьевна, все мы голосуем вместе с господином Платоновым, с Родионом, с Собяниным, с Медведевым. Пойдем оттуда вот так вот. Пойдем со мной, все вот так, иди за мной. За два президентских срока, все мы голосуем за два президентских срока, Путина Владимира Владимировича, 2012-2018 года. И на тот предлагает правительство партии «Единая Россия», Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, вот отсюда партия «Единая Россия», Народный фронт, наш. Вот отсюда давай, вот отсюда хорошо. Отсюда вот хорошо, давай. Наша Россия, нахрен, нет? Вас на силу правый чек. Было радостное чувство голосовать за два президентских срока, и мы голосуем все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. На самый лучший в мире тандем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», вот Собянин, Путин, Медведев. Победа за Азотов, Родион, Павел Кишин, Солнцев, победа за Колокольцев, я смотрю, что вы правы, честь. Было радостное чувство видеть в Кремле президента России Владимира Путина в Кремле и сознавать, что на земле два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2018. Самый лучший на планете, наша Россия, наша Россия. Ваша сила, правда, честь. Россия – это мессия, ярчайшая звезда. Россия – это была сила во всем везде всегда. Прекрасный господин Родион держал. Один Платон прекрасно держал. Медведев Дмитрий Анатольевич, самый лучший в мире тандем. Владимир Шпурин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт. Согласен, да, на пост. Мы же Москва, здесь мы Собянин. Федор, Новгород, Дума, господин Платонова. Префекта его Зотова, Владимир Борисович. Кузьмюк, его правый Кузьмич, Родионов. Герой Кунцева, Александров, Кузьмин. Прекрасно побежал сегодня господин Платонов, господин Зотов, Родионов. Все участники сегодняшнего грандиозного события, все поддержали план Владимира Владимировича. 2017-2024 2017-2018
победоносный шаг, и в небе развивается российская слава, флаг, красно-красной площади, божественного света. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Михайловича, на пост мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, председателя Мосгордумы господина Платонова, Кузьминки, Родионова, Фицева, Александрова. Председателя Мосгордумы господин Платонова, узами любви, префекта Льва Владимира Борисовича Хлопова, всех россиян на новое свершение вдохновили, на небе солнце лучи, глазом всепобедным, на президентский срок Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год, Колокольцев, Бортников, Шойгу, Собянин, Плахинов, Родионов, Шамана, Маркел, всех россиян на новое свершение вдохновили, с выдающимся триумфом победы, присоединили Севастополь с Россией, с праздниками, с сегодняшними выдающимися событиями, на небе солнце лучи, глазом всепобедным, Христос воскрес, Владимир Владимирович, всех россиян объединили. Днем Великой Победы, со всеми высшими наградами, орденами, днем президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2017-2024 года. Владимир Путин на все вопросы времени и Дмитрий Анатольевич Медведев и вопросы времени ответили, перспективу развития человечества, цивилизации наметили, главный президент, политик, человек, миротворцы, защитники, самые яркие звезды кино, литературы, живописи, музыки, обороноспособность, экономики, спорта, годы, десятилетия, столетия, тысячелетия нашей России, наш президент, ваш активный управитель. Два предельских срока Путина Владимира Владимировича Светлого Ящика, Бортников, Шойгу, Герасимов, Бортников, Чайка, Воспыкин, Сеновалов, Пучков, Шойгу, Матвиенко, Иванов, наш Осей, наш президент, вас на силу, правую честь.
такого радостного чувства. Все мы призываем голосовать за 25-й срок. В небе развивается, парад на Красной площади, все герои наших 2012-2017 год объединили всех в единую Россию, священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех, герои славной армии, отечество сыны, гордится вами Родина, во все века и дни, великая отчизна, любимая страна, ваш высший смысл жизни навеки нам дана, эскадрильи стрельные витязи, летели в Москву, герои на Красной площади, честь отдаю двум президентским срокам, путь освободил, владельщик 2017-2017-2024 года, на почте председателя правительства партии «Единая Россия», «Медведева Дмитрия Анатольевича», «Российская флаг держава», «Харит над планетой всей», «Российский комплекс», «Слова», «Кополи», «Народного храма», «Российский чрезвежек», «Верхняя Московский Сиаруси Кирилл», «Божественный икон» Владимир Владимирович Путин преподнес, «Владимир Путин слова самое главное от сердца произнес, все россияне несчастны, все». Наш президент срока Путина Владимир Владимирович 2012-2024 год. Владимир Путин будет управлять Россией долго и всерьез. Россия, ты мессия, частная звезда. Россия, ты благодарим вас. Благодарим вас за поддержку. Восхищаемся вами, благодарим вас. Все высшие награды. Спасибо. Спасибо, вы наши герои. Спасибо, все поддержали. Только что Владимир Платонов прекрасно поддержал два президента. Поздравляю вас. Я не могу. Глава управления Кузнецова.
нет себя. Они в Москве немного, красивых, ярких звезд. Владимир Владимирович, Путина Владимира Владимировича. Прекрасно поддержали Иван Президентский срок Путина Владимировича. 2012-2016 год. Господин Платонов, Родионов, Ротов, Сосновый, Награды, Медведев, Собянин, Нарышкин, Матвиенко, Кольцев. Все герои России. Японин, Герасимов, Бортников, все поддержали. Греф, Рогозин. Федулин, Мединский, Мединский, партия России, народ, Неверов Сергей Иванович, Железняк, Васильев, Жукова, Матвиенко, все герои наши выбросные, поведение армии, полиции, Глокольцев, Бордников, Кучков, Радков, лучший в мире, наш Россия, наш Владимирович, и все участники сегодняшней грандиозной конференции. Кузьминка. Татьяна, Ольга Семарина с партии «Единая народный фронт». Платон, Родион, Зотов, Семенин, Собянин, Дювал, со всеми жителями Дювала, Слава, Кунцева, со всеми 8, со всеми Санкт-Петербургом и со всеми россиянами, со всей армией, полицией, лучшими в мире. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рады видеть здесь только активных, неравнодушных граждан. Большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда. Вы присутствуете на конференции председателя Московской городской думы Платонова Владимира Михайловича. Также на конференции присутствует глава управы района Кузьминки Родионов Виктор Валерьевич. Прежде чем начать, я бы хотела немножко представить вам регламент нашей встречи. Сначала Владимир Михайлович выступит. Пока он будет выступать, вы можете направлять в президиум свои записки со своими просьбами, пакетик, который вам подарили. Есть блокнот. Вот там можете записывать. Единственная убедительная просьба. Обязательно пишите свой почтовый адрес. Потому что, как правило, записок очень много, и вот в рамках данной встречи ответит на все. Поэтому обязательно на каждую, ни одна не будет потеряна и забыта, на каждую будет дан письменный ответ в течение месяца. Также вот в вашем пакете есть вот такой бланк «Народная программа», где вы тоже можете написать свои пожелания, свои чаяния. На основании ваших пожеланий будет создана программа Владимира Михайловича. Также дальше, после выступления, будут ответы на записки. После ответов на записки у нас будет живое общение, то есть вопросы из зала. Тут большая просьба соблюдать регламент, четко, коротко формулировать свои вопросы, чтобы была возможность высказаться всем.
Итак, слово для выступления предоставляется председателю Московской городской думы Платонову Владимиру Михайловичу. Прекрасно, прекрасно, поздравляю. Представленному председателю, но на самом деле самое главное то, что я депутат. Добрый вечер, уважаемые жители района Кузьминки и Юго-Востока. Я сначала хочу представиться, рассказать немного о себе. Я родился в Москве в 1954 году. Традиционно ясли, детский сад, школа. По окончанию школы я пошел работать на машиностроительный завод имени Хрумчева. Можно уже рассекретить это. Мы делали и сейчас делаем ракеты, которые летают и участвуют в обороноспособности нашего государства. На заводе я проработал 3 года электромонтажником, а потом пошел служить в армию, мужчины должны были служить. После срочной службы, 2 лет, я поступил в университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, получил профессию юриста. И с 83 года по 91 год я прослужил в органах прокуратуры. Я начинал со стажера Гагаринского района, потом работал в Киевском районе, следователь, старший следователь, был прокурором отдела прокуратуры России, был старший следователь прокуратуры, следственной части прокуратуры города Москвы, и последняя должность я был зампрокурором Москворецкого района. В 91 году я ушел из органов прокуратуры. Ну, я не был согласен с той системой, еще которая угнетает нашу правоохранительную систему, это важность системы показателей. Я не считаю, что нужно статистикой бороться с преступностью. Я считаю, что нужно создавать условия для тех людей, которые борются с преступностью, и знать реальные размеры преступности, чтобы и борьба с ней была реальной. С 91 года по 93 я занимался частной юридической практикой. В основном это была, конечно, помощь пострадавшим, а не обвиняемым. В суды я не ходил, обвиняемых я не защищал. С 93 года я избрался депутатом Московской городской думы. Районы Солнцево, Новопеределкино. Вот в 94 году летом мои коллеги избрали меня председателем Московской городской думы. С 93 года 5 раз москвичи в разных районах, в разных округах доверяли мне представлять их интересы во власти. С 96 года по 2001 год вместе с Юрием Михайловичем Лужковым мы представляли в Совете Федерации Москву. Он от имени исполнительной власти, я от имени законодательной власти. Я был избран председателем комитета по конституционному законодательству, зампредом Совета Федерации, но с 2001 года я занимаюсь только деятельностью депутатской и избираю председателя Московской городской думы. За эти годы в Москве много что сделано, но я хочу отразить несколько важнейших моментов, где была именно инициатива депутатов Московской городской думы. Мы убедили, настояли, что деньги, которые оставались из дорожного фонда, их надо направить на строительство новых станций метро. Мы сделали 3-е кольцо, МКАД сделали, и вот были деньги, и мы выяснили, что замороженные станции метро, они денег тратят не меньше, чем новая стройка. И вот с 98 года постепенно началось строительство. Сначала по одной, по 2 станции. С приходом нового мэра Сергея Семеновича Собянина, строительство общественного метро, развитие общественного транспорта получило такое новое мощное направление. Мы стали получать финансовую и правовую помощь со стороны федерального центра. Поэтому вот много сейчас создается по линии общественного центра. Второе, мы инициировали, приняли закон о том, чтобы Москва создавалась, и Москва развивалась как центр, как город, доступный для инвалидов. Не секрет, что долгие десятилетия не замечали, что у нас есть инвалиды, не создавались условия для передвижения по городу. Вот за последние 10 лет в городе очень много приспособлено, наконец, для того, чтобы 10% населения города могли спокойно пользоваться всем, что создано, всей инфраструктурой городской, которая создана. Но последнее, это уже совместная работа с исполнительной властью, это создание системы выборов, которая не вызывает подозрений, не вызывает раздражения. Вот когда мы сделали прозрачную систему, и все заинтересованные люди собрались в одном месте у экранов
и любая информация о том, что якобы там что-то произошло, тут же проверялась в присутствии представителей оппозиции, других партий, кандидатов, СМИ, представителей общественной палаты. Выяснилось, что в Москве на выборах мэра было всего 133 замечания. Все они были проверены, и они не нашли своего подтверждения о том, что там было совершено что-то непорядочное. Вот эта система, она будет и на выборах в Московскую городскую думу. И кроме того, по инициативе уважаемых москвичей, Людмилу Ивановну Швецову, вы знаете, она в правительстве города работала не одно десятилетие и занималась вопросами социальной защиты москвичей. Сейчас она в Государственной Думе, сам председатель Государственной Думы. Доктор Рошаль, еще инициативные, энергичные люди, они предложили сделать такое народное голосование предварительно. То есть увеличить время перед выборами, чтобы кандидаты могли себя для вас, москвичей, показать, продемонстрировать, рассказать о своей работе, получить какую-то поддержку, получить сторонников. Вот сейчас будет 8 июня в этом году сначала такое народное голосование. Каждый житель может принять в нем участие. Заполнить анкету, потом принести 8 июня, проголосовать. И потом наши вот выборы уже в Московскую городскую думу 14 сентября 2014 года. Вы знаете, все, что в городе происходит, в первую очередь, конечно, это заслуга москвичей. Потому что москвичи живут в городе, работают, платят налоги. Москвичи выбирают мэра города, москвичи выбирают Московской городской думы, выбирают местное самоуправление. И вот это самая главная традиционная система, которая создана в любом городе, и Москва не является исключением. Но любая система взаимоотношений и отчетности властей перед гражданами, она совершенствуется. Вот еще важнейшее направление. Мы второй год внедряем систему, называется общественный контроль. Это не какие-то люди, специально назначенные общественными контролерами, а это просто каждый москвич может направить информацию по электронной почте, телефонным звонкам, фотографию сделать неубранного подъезда. Мы считаем, что это самое эффективное сотрудничество граждан и власти. Потому что гражданин, его невозможно как-то обмануть, его невозможно подкупить. Можно только выполнить честно ту работу, которую обещаны и которая оплачена из бюджета города. И вот эта система внедряется. Многое делается. Я на ответ на все говорю. В городе много сделано. Если есть какие-то конкретные проблемы, вы сообщаете, и ваш представитель во власти, депутат, он обязан это устранить или дать ответ, что здесь ваши требования неправильные. Ну, таких случаев крайне мало, и приходится не сразу, но все-таки вот добиваться исполнения того, что власти обещали. Сегодня здесь присутствую я, депутат Московской городской думы Владимир Платонов, и я благодарю главе исполнительной власти, что руководитель исполнительной власти в районе, что он тоже присутствует. Но основное, конечно, это вопросы ко мне. Предложение. Вы можете письменно направить. У меня огромная просьба. Указывайте свои координаты, чтобы я мог дать ответ. Вот перед началом собрания подошла женщина, можно вам передать заявление? Пожалуйста. Посмотрел, там нет никаких данных. Я говорю, а как? Я, говорит, увижу, сделали или нет. Я говорю, это хорошо, но все-таки есть такой опыт. Если вы обращаетесь, вы сообщаете себе, значит, это уже не анонимное заявление, хотя я и такие тоже рассматриваю. Если там сообщается, действительно какой-то проблем. Но лучше выстраивать вот такой контакт. Вы открыто говорите, что произошло, я точно так же открыто информирую, что было и что будет сделано. Поэтому, пожалуйста, не на все сегодня вопросы я не смогу ответить. Обычно встреча такая длится 1,5-2 часа. Если ваш вопрос не прозвучит, то все равно вы получите на него ответ. У меня есть опыт работы за эти 20 лет. В общей сложности где-то не менее 50 тысяч заявлений письменных, устных по телефону мне и моим помощникам удалось рассмотреть и оказать помощь, если, конечно, это возможно. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Я в вашем распоряжении. Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Сколько времени Владимир Владимирович, 2012 на большой это года. Владимир Михайлович, говорим про программу «Моя Москва».
Москва. Вот, вот такую анкету нужно будет заполнить. Если... Я уже готов отвечать. Почему нельзя голосовать, если не заполнили анкету? Ну, почему нельзя голосовать, если вы не живете в городе, если вы не зарегистрированы? Это не вызывает удивления. Вот установили такие правила, чтобы не было никакого обмана. Ведь, понимаете, я еще раз говорю, система выборов создается такой прозрачной, чтобы невозможно было обмануть тех, кто организует выборы. Вот заполнить анкету нужно только для того, чтобы знали, этот человек собирается прийти. Пойдет или нет, это уже вот, желательно, чтобы, конечно, пришел. Если не придет, это ненаказуемо. Нам предлагали изучать чужой опыт, где экономическое наказание для гражданина государства, который не ходит на выборы. Есть и такие государства. Мы этим путем не пошли. Поэтому, если вы зарегистрируетесь, вы можете прийти и проголосовать, и это будет гарантия, что никто никого не обманет. Кузьминка. Коротко и ясно. Я нахожусь сейчас в прекрасном театре в Кузьминках. Это близко. Какие будут вопросы, я буду отвечать. Это будет ясно. Прекрасно. И вам спасибо за вопрос. Вы знаете, вот все деньги, которые зарабатываются в городе, они распределяются, 95% бюджета идет по программам. Это программа здравоохранения. Это программа транспорт, это программа строительства, это все основные направления жизнедеятельности города распределяются по программам. И там все, о чем вы говорите, эта система, она существует. Но многое изменилось в нашем государстве. Если, например, раньше человек получал медицинское образование и обязан был где-то отработать, теперь системы обязательной отработки нет. Мы инициировали, я думаю, что появится, если бюджет оплачивает, обучение человека, то он обязан работать там, куда его направить. Я думаю, таким образом тоже будет решаться то, что люди пойдут работать. Ну, кроме того, и заработные платы, то же самое, сейчас система дополнительного финансирования, облегчение системы, техника закупается хорошая. Я думаю, что это тоже привлечет молодежь к работе в поликлиниках. Мне жалко, это написали до того, как я объяснил, на основании закона Москвы обязаны любой новый строящийся объект вводиться, чтобы он был приспособлен для проживания и нахождения инвалидов. Если это не сделано, пожалуйста, конкретный адрес. Вам больше выступать на ТВ. Это, как я понял, пожелание. Ну, я не знаю, если часто менять помощника в каждом жилье, он только хуже будет ориентироваться. Понимаете, помощники, они не подменяют депутата, они работают вместе по моему поручению. Мне очень хотелось, чтобы все-таки как-то вот более конкретно было. Не дожидаясь помощи из федерального бюджета, лет 15 назад мы прогласили программу, что те дома, которые строились до 80-го года, но простояли до 2000-го, они были четко определены, те серии, которые должны сноситься. И вот эта программа в Москве практически она реализована. Немного этих домов, сносимых секций, остались. И эта программа, она дальше будет реализовываться. Есть понятие несносимой серии, есть понятие, когда дом можно отремонтировать. Вот просто если дом простоял 30 лет, это не значит, что он должен быть снесен или капитально как-то отремонтирован. По каждому дому есть паспорт. Там написано, когда был последний ремонт, что там нужно менять, что там, что там испорчено. И вот этот вопрос, важнейший вопрос, он беспокоит всех москвичей, как отремонтирован подъезд, как отремонтирован двор, что, как отремонтирован дом. Вот эти вопросы мы передали депутатам органов местного самоуправления. У них есть полномочия определять последовательность ремонта, у них есть полномочия определять и контролировать качество выполненных работ. Это самые близкие к вам люди. В каждом районе из 146 в Москве вами избирается, нами избирается, я тоже участвую в выборах, избирается где-то от 10 до 15 депутатов органов местного самоуправления. У них своя территория, их знают жители, ну кто хочет, конечно. И вот им мы передали эти важнейшие вопросы по контролю, по ремонту. Вы можете получить всю информацию, в том числе и в управляющей этой системе.
Поэтому многие переходят на электронный оборот документами, не печатают бумаги, не пересылают, все в электронной форме. Государственная служба вот так и действует. А в отношении граждан мы по-прежнему принимаем заявления в электронной форме, и написанные, и устные звонки, есть целая система фиксации. Но сейчас постепенно электронная система информации, она входит в нашу жизнь, я вам объясню. Нет ничего страшнее монополистов, которые получили электричество, газ, воду, канализацию и прочее, прочее. Конкурировать там невозможно, потому что это в единственном количестве создавалось в нашем государстве. Сейчас это устанавливается тариф. Есть целая система, когда органы власти участвуют в определении, какие тарифы должны быть. Московскую городскую думу мы это делаем через принятие бюджета и тоже влияем на тарифы, чтобы они не росли быстро. Но нас хотели втянуть в такое мероприятие. Одна комиссия, в которой мы не участвуем, называет цифру 5. Вторая, я условно говорю, другая комиссия называет цифру 4. И присылает проект закона в город Москвы перемножить 4 на 5. И мы стали бы ответственными за этот тариф. Мы объяснили, что мы это делать не будем. Мы будем также стремиться наводить порядок через бюджет. А вот эти цифры пусть перемножает тот, кто их придумал. Но я вам гарантирую, у нас были периоды, когда тарифы росли на 22% в год. Последние 3 года тарифы не растут больше, они находятся в рамках роста инфляции. Вот тарифы сдерживаются. Рост тарифов происходит только за счет инфляции происходящей. За этим сейчас очень жестко следят. Ежегодные платежи сейчас выделяются. Правильно. Если у вас есть конкретные адреса, пришли, позволяют нам самим, без налоговых служб, наводить порядок с бомбилами. Сейчас они регистрируются, у них будет машина одного цвета, не садитесь в другие машины. Если машина имеет цвет и регистрацию, значит там счетчик, значит с вами вежливо обойдутся, никто не нахамит. Там есть фамилия водителя, и он ничего плохого не сделает. В другие не садитесь. Так вы их будете уничтожать. По поводу парковок. Значит, это какие-то стихийные, тот же самый адрес, Мосгортранс будет наводить там порядок, потому что это их территория, своему помощнику, не имеет значения. Он отвечает за свою подпись. По поводу звонят или не звонят, все по-разному работают. У меня телефон закрытый. Из-за чего? Потому что иногда вечером расписываю почту, я могу позвонить по телефону этому человеку. Ну, не надо, чтобы мой телефон мобильный определился. Я поэтому сам совершенно спокойно звоню. Не так часто бывает, порой ясно, что к чему, но иногда требуются какие-то уточнения. Я осуществляю прием. И я людям советую, как правильно писать заявление. Некоторые заявления на 15 листах, начиная с мамонтов. А в конце вот именно просьба, которая или даже непонятна из письма. Вот я поручаю моим помощникам грамотно составить заявление, чтобы было ясно, кому это все реализовывать. Поэтому не прощайте, что все дела не работают, там все работают по-разному. Далее, у нас вот есть такой термин – отписка. Ну, это называет все, что если не в вашу пользу решено, значит, это отписка. Но прочитайте, я все как пишу. Гражданин ко мне обращается. У меня нет возможности, мы не можем дублировать исполнительную власть, и поэтому я заявление, жалобу направляю на кого жалуются. Они дают ответ уже мне и гражданину. И в каждом письме я пишу, что если вас что-то не устраивает в ответе, приходите, и мы по-новому дальше этим вопросом займемся. За 2-3 раза проблему, которая должна была решаться, она решается. Поэтому вот, ну можно по-разному звать, там отписка, еще что-то. Но есть пути решения любой проблемы, если она решаема. У нас нет ни одного человека без часов. Вот. И в мобильных телефонах, и на руках. Ну я не знаю, если действительно нужно где-то установить часы, в метро они везде стоят. Вот. Но сейчас московское время 20:30. Тут есть еще вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Приезжайте еще. Прекрасно. Благодарность депутату нужна, его поддержка на выборах. А благодарность это самая высокая благодарность. Из всех государственных наград самый дорогой вот этот значок, потому что мне его вручают граждане на основании их решения. Поэтому давайте работать. Я призываю вас к политической активности. И 8 июля приходите, участвуйте. И 14 сентября я вас приглашаю. Приходите, от каждого из нас, от каждого голоса зависит, как дальше город будет развиваться. Знаете, что сказал Черчилль о плохих парламентах? Это не десерт.
плохие парламенты избирают хорошие люди, не пришедшие на выборы. Удачи! Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Благодарим вас. Если вы хотите принять участие. Я собираю все заявления, которые здесь были. Прекрасно, прекрасно. Россия, вперед! Можете прямо сейчас заполнить эту анкету, если у вас есть паспорт. Да, ты прекрасно, сегодня прекрасно. Уже господин президент России, верховный командующий. Поздравляю вас сегодня, все участники этой конференции, замечательно. Поддержали. Господин Платон, господин Родионов, и мы не терпели. Мирьяковский Медведев, Собянин, Платонов. Все поддержали, Зотов, поддержали. Родионов, Александров, Кузунов. Поддержали два президентских срока. Курцев, Бортников, Шалюй, Грасимов. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, на пост мэра Москвы Сергей Семенович Собянин, на пост председателя Государственного Думы Платонова, господин Платонов, на пост Кузьминки, Родионова, на пост Кузьминки Родионова, на пост префекта Ивал, Зотова Владимира Борисовича, наш президент, вас наша сила, правая честь России, ты мессия, ярчайшая звезда России, ты всесильная во всем, везде, всегда. На небосклоне немного, красивые, яркие звезды, мы все поем. Мы президентским сроком Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия». Вас наш сил, правая честь России, ты всесильна, величайшая звезда. России, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На восклоне много. Мы поем, будем делать на сроку Путина. На пост председателя правительства и партии. Дмитрий Анатольевич, самый лучший лидер. Партия «Единая Россия» народный фронт, мэром Москвы Сергей Семенович Собянин, председателем Думы Платонова. Самый лучший Путин, Белорусский Медведев, самый лучший президент России Владимир Путин. Восхищаюсь. Спасибо вам за поддержку. Вы президент Путина Владимира Владимировича. 2012-2013 года. Путина Медведева, Собянина Платонова. Вот, Путина Владимира Владимировича. Ура! Благодарим вас, спасибо вам. Восхищаюсь вам, благодарим. Спасибо вам за поддержку двух предельских сроков Путина Владимира Владимировича. 2012-2014 года выше на каждый. Путина Медведева, Собянину Платонову. Вот, Родионову, спасибо. Благодарим вас за два предельских срока Путина. Я голосую за Путина, за Медведева, за Собянину, за Родионова, за Зотова и Родионова. Ура! Благодарим вас, спасибо вам. Восхищаюсь вам, благодарим. Спасибо вам за поддержку, друга. Спасибо вам. Восхищаюсь вам. Благодарю. Спасибо вам за поддержку двух предельских сроков Путина Владимира Владимировича. 2012-2014 года выше награды. Путин и Медведев, Собянин и Платонова. Зотов, Родионов. Спасибо. Благодарю вас за два предельных срока Путина. Спасибо вам. Восхищаюсь вами. Спасибо вам за поддержку двух предельских сроков Путина Владимира Владимировича. Благодарю вас, спасибо вам. Восхищаюсь вами, благодарю. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.
спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо вам. Восхищаюсь вами. Академические науки. Спасибо вам за поддержку группы детских роков Путина Владимира Владимировича. И всего академического сектора. Путин Владимирович. Не помню, но много дискуссий. И в конечном счете удалось найти общее решение. Правительство выделяло деньги на это, порядка 40 миллиардов рублей. Работа по обеспечению пострадавших граждан жильем продолжается. Должна быть завершена до 30 сентября текущего года. Есть приоритеты развития Дальнего Востока. Они были сформулированы. По сути, это приоритеты нашего стратегического развития. Если перепрограммировать линию Владимира, которая сегодня отмечает КПРФ, спасибо вам за поддержку двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Праздником! 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 Празд
работает Дмитрий Анатольевич. И красно, Россия вперед! Россия вперед! Россия, армия, Россия, почему? Молодец, да. Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Людмила Игоревна, мы всем поздравляем. С праздником Крещения Руси, вы знаешь. ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Мальмарского флота, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМР, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю с Крещением Руси. Поздравляю с праздником ВМР, ВДВ. ВМР и ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия вечна! Россия, армия лучшей силы! Российская! Победы! Молодец! Молодцы! Елена Петровна! Дмитрий Петрович, вы другие? Кто-то Николаевич, Владимир. Мы всех поздравляем с праздниками. Голосуем за два президентских срока. Сегодня Владимир Владимирович. На будет здоровье. Партия России, ВДВ, Крещение России, армия России, лучшая в мире. Ура, победа в века. Россия вперед! Thank you.
Спасибо. За нашу партию, да? Потому что мы слышим, мы для нашего президента, нашу партию, да? Мы просим. Благодарим вас!
пусть всех ожу победа на века. Герой славной армии, отечества сыны, Российского и Родина во все века идти. Великая отчизна, любимая страна, послышишь смысл жизни, навеки нам России. Слава и отвага, страну родную защите всегда. И верность полного войска и присяги,